Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 9 по 16 марта. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. Для его выполнения вам потребуется выбрать любую уличную гонку и просто завершить ее, не обязательно побеждать. За второе испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Для выполнения этого испытания вам необходимо найти любого гонщика в свободной гонке и просто победить его. Всего вам нужно 5 таких побед. За третье испытание можно получить 3 призовых игры. Для его выполнения вам потребуется автомобиль марки Mercedes. Вам нужно будет выбрать любую смелую выходку, к которым относятся дрифт-зона, скоростной участок, знак опасный и полицейский радар. Но условием испытания будет заработать 3 звезды за эту выходку. Мой выбор пал на полицейский радар на западе Outback. Для последнего испытания вам снова понадобится автомобиль марки Mercedes. Все, что от вас требуется, это просто победить в чемпионате. Ну а приз за последнее испытание это Mercedes A45 AMG с бонусом на кредиты. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Фарзафон, который стартует 16 марта. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!